Врач приїхав, вилазь. Ти сказав, що врач. Такий, послухає тебе, горло подивиться. Мам, давай врач в квартирі. Я не скоро врача визвав, щоб тебе подивились. Може, тебе грип. Ой, давай. Да, ви розміщайте, що вам треба, розкладуйте. Ну, мало ли що. Ми ж не знали, вона скоро, а ми не визивали. Ну, це не скоро, це врач на дом просто. Кустик. Кустик. Чи то річ? Так назло. Мам, давай, іди, іди. Врача я визвав, щоб тебе послухав, подивився. Що ти йдеш, як перепугана? Здрасте. Що ти вмираєш? Іди. Чоловік, розказуй свої жалоби, симптоми. Вперед. З пісней. Кашель. Досиділась. Тифозна. Ну, вони градусника нема поміряти. Знати, що це дістати. Я не можу зараз знайти. Та я купив градусник. Ну, це ти, тому що я позвонив. Ну, так, звісно, знав. Не знала. Так, два дні кашу. Кроме кашля, що ще? Горло болить. Апетита нема в неї. Зайшов? Коля. Открыто. Нет аппетита, кашель, болит горло. Аппетита? Да, вчера вечером не хотіло съесть. Долго не хотіло съесть. Сьогодні поїв хорошо. Сьогодні уже поїв? Сейчас потом у мене голова боліла, сейчас голова не болить, сьогодні буде нормально. Та мало ли що, знаєш, ну. Подчепи де-то. Не сміши мене, будь казати, так, що ну... мене не насміхай. Ні, та причина, вона смішна. Вона смішна ситуація, що прихожу, вона в туалеті сидить. Який врач? А вони такі пишуть, що Надя з вилкою сидить. Так. Ти мене смішиш. Вони ж не бачать тебе, а мене бачать. Чого там, хто там стучить? А Коля дає. Та відкрити ж. Та ніхто не стучить. А ти двері відкриті? Відкриті. Пусінька ваша. Пусінька, іди сюди, давай. Іди сюди, мій хороший. І мій котик, іди сюди. Пусінька, ти вже був на квартирі? Та ще ні, коли. Треба їх чертежі забирати. Приїдуть робочі завтра. Она плохо слышит. У нее сахарный диабет, она только из больницы, из Харькова. Она, у нее онкология, она перенесла, но у нее нормально сейчас с этим все. Сахарный диабет. Таблетка, инсулин? Таблетки пьют. Я пью, я в Харькове лежал. Диабетон и пролонг, там такие таблетки. И давление у нее тоже, она пьет таблетки. Сейчас давление будет меньше. Спасибо. Покажу, что она пьет. Подивиться. 50 гривень врач стоит. Втекай, Коль. Вот то, что она принимает каждый день. Таблетки. Да не, Надь, не. Це плаття вернулось. То, що я перепутав, казав, що вислав туфлі. Плаття вернув назад. Так, з мене пострадати посолі. Що, нема температури? Ну, 36,6. Тобто це не гриб, да, ніколи? На гриб до 100% не похоже.
Просто что это простуда или как? Горло простуда. Пока это. Это даже на горло не похоже. Но даже и на горло. Да сейчас я гляну горло. Ага. Послушаю и уже скажу более точно. Хорошо. Что, вам спички дать, чисто? Соболка, скажи, что я брызгивал. Спички надо, так сказать. Зачем мне спички? А, я думал, что может вам поджечь надо. Противное такое. Конечно, все ли как-то неприятно. Походу, что тут есть? Рот широко открываем, я эту штуку лестницу. Широко рот открываем, язык на меня. Еще. На меня. На меня язык. О, все, отлично. Ой. Неприятно. Ну, конечно, неприятно. Ошибаюсь. Прийде, прийде на автоліт. А я сиджу там в кафе в школі, я ж пішли на нову почту та відправив це, і сиджу там кафешка на углу, от ця стекляшка, от там от угловая. Бачу, скоро приїхала, написано Айболіт, вона на стоїть. Вона на така біленька машина, от. От це, от Айболіт. Я думаю, це від клініка, смотрю, якийсь мужик стоїть біля домофона. Я думаю, Коля, ну щось мені кажеться, що... Це до нас. Вискочив, кажу, ви в таку-то квартиру? Він каже, да. Я кажу, ну тоді це до нас. Він каже, ніхто не відкриває. Сказали, що ми не визивали. А я ж не сказав їм, що скоро. Ну це не скоро, це врач. Что там такое, Коль? Забаррикадировался. Ну ж, может быть и бронхит, и все что угодно, потом опуститься. Мені теж смішно. Мені теж смішно. Та чого, я нічого не просто на тебе дивлюсь, ти сама смішно. Начинаєш. Звісно. Пуська. Вона не кашляла дуже. Ну ти бачиш, яке горло було сутра? Горло, так. Горло. Воно ж може, знаєш, кашель, потім бронхіт, а потім спробуй в такому возрасті бронхіта можна гигнути. Боже, який ти син, Боже, Боже. Вже нервів не вистачає на це все. Воду попила, те попила, одні проблем мало. Підбавляю. Простуда, да? І такий колдекс Фервекс треба пити, ні? Смотрите, как такой колдекс Фервекс, температура у неё хорошая. Сейчас парацетамолом её нагружать не надо. Нужно сухой кашель перевести в мокрый, чтобы отходила мокрота. То есть какой-то... Сироп по типу... Амброла. Я понял. Или там лазалван, бронхолитин. Вот этот сладкий пертусин, вот это, да? Типа? Тоже как вариант можно. Да. Нужно просто сухой перевести в мокрый кашель. В горле чисто. Красноватая есть... немножко, но за счет, сама говорит, что холодную воду пьет. Ну да, она же любитель. За счет этого, да, горло будет красноватое. Налетов на ангину там тоже нет. Нет. В легких все чисто. Температура 36,6. Ну мне не к чему придраться. Я понял. Здорово, короче. Грубо говоря, просто... Просто напилась холодного. Холодного или сорвала голос, наверное, по телефону лялякала. Она ж плохо чує, она орёт по телефону. Может и так и быть, что горло сорвало. Как тут такого... Коль, Коля, Коля, да. Дай деньги. Сколько там надо? Ну тысячу сколько, я не знаю сколько. Ты можешь подать, чтобы из кармана? Дурдом. Градусник купил тоже такой. Это самые лучшие градусники, ртутные или как они там, я не знаю, сейчас они ртуть или спирт, но это, по-моему, ртутный. Самые лучшие вот эти градусники, это электронное такое говно. Ничего на нем не видно, не поймешь, бреше, дуре. Да ну его, нахер. Пилик. Не градусника дома нема. Как Надя мерила температуру, она же должна была мерять. Там после операции надо мерять, не мерили температуру даже.
Ребята, мало в мене проблем, ще дзвонять якийсь інтернет-магазин 13 кілограм хамона. Звісно, смішно, але мені зараз не до цього. Ви ж, пожалуйста, придержите свої фантазії. Не задрачуйте, пожалуйста, я вас прошу. Хто этим шуте, не надо. Хватит, достаточно. Вчора пошутили, хватит. 13 кілограм хамона. Я говорю, ні, 13 кілограм, да, да. Хороший заказ. 13 кілограм хамона какого-то, чи Іспанія, чи що ж. Я говорю, нет, точно не заказывал. Я начитался комментариев, что выставили видео, что заболела. Что ты сидишь, типа, иди врача вызови, иди то. Ну, позвонил, врач 1000 гривен стоит приезд врача. Парень приехал, померил температуру, послушал, горло посмотрел. Ну что, что он скажет? Здорово, сказал, что горло только чуть-чуть красное. Это, говорит, или она просто простыла. Она воду хлопче, тут вода стоит. Она выйдет ночью, ноги расставит, бутылку задере и идут. А оно холодно, извините. До ноля минус может быть, и просто ноль. Вода холодная, она разгоряченная. Сколько надо, чтобы простудиться. Короче, весело встретить Новый год. Надо воду не дудлить, как сумасшедшая, чтобы я больше не бачив. 1000 гривен стоит врач вызвать. Нихера себе, вот это 1000 гривен, да. А ты думала, что? Что, посла, что ты? Вызов на дом. Врач на машине приехал с водителем. А что он сделал? Температуру тобі, у вас градусника нема. От градусник. Да, де тобі от градусник. Сказала, що немає. Немає. Температури. Сразу казала. Як кажеш? Я можу поняти? Ну, сказала. От, і я таком, як ви були. А якщо яка та інфекція, бронхіт, піде в легкі. Мені тут похорони не треба. Пішов вже, чи ні? Наверно, пішов. Тікай. Врач. І тобі врач треба. Що? Ну нічого, я кажу, Коля... Саме визови мені теж скоро. Да. Хай мені УЗІ надо. Дурдом визову. Ну як мені от свідки падав? Апетита нема. Тобі, ти переживаєш взагалі не за те, що нам. Ні, ну так, слышиш, саме. Заберу, як буде время, я розорватися не можу. Слышиш? Молоко дудлиш холодне, да, з холодильника? Ого. Молочко холодне дудлиш, ні? Це надо, осталось. Надо, осталось. Не надо вже все. Це вже все. То надо. Зараз я помию. Так, мы пришли к Вове. Вот это вот что такое седьмой размер, если выравнивание стены за подлицо, убираем ступеньку между окном и стеной. Это стеной. Это... Вот этот момент. А там ступенька есть какая-то? Да, там небольшая. Внизу, да? 40 миллиметров между оконным откосом и стеной. Между оконным откосом и стеной ступенька. На полу, да? Чи как она? Ступенька. Ну, сверху, я не пойму, как она находится, чтобы им... Они поймут это, где она находится? Ну да, она видна. Ну вот если я убираю эту стену, вот такая ступенечка. Идет оконный откос, и он чуть-чуть до стены не доходит. Ага. И как раз это можно его убрать, да? Как раз это можно использовать для того, чтобы стену звука и теплоизоляцию. То есть его надо сбить и нарастить новую стену. Его не, он не сбивает. А просто выровнять заподлицо с ним. Да, короче. Заподлицо с косом. Ага. Дальше выравнивать. Я стену. Понял. Ну, в общем, полезно. Я понял. А ты где ездил отдыхать, хоть не в Китай? Нет. Все, вот это есть, а в электронном ты мне скинь, пожалуйста. Я сбросил. Сбросил, да? Так, еще мне надо по свету решить. Что там, что со светом, с электрикой? Ну, с электрикой я постараюсь на конец недели. Угу. Мы что-то будем обговаривать дополнительно? Я думаю, что я сделаю план, и мы на базе него обсудим, и если нужно, внесем коррективы. Угу. Ну, вот светодиодку вот этот прораб не советует. Ну, говорит, светодиодка, ну, только если какую-то рабочую поверхность на кухне, говорит, подсветить, это, говорит, можно. А так, говорит, в комнаты по верхам как бы не надо. А по потолкам? Да. Ну, не стоит, это говорит, 10-летней что... давности решение. Да, да, и мне такое не очень нравится. Потолки гладкие, ну, ровные, крашеные, карниз под люстры, розетки, например. Угу. И этого будет достаточно. Подсветку можно сделать в зоне под карнизных ниш под портьеры. А вот подсветка на кухне, это другая группа, это рабочий свет. Угу. В ванной, например, тоже можно. Угу. Ну, кроме люстры, да, что-то, чтобы еще было.
Ну, как вариант. Ну, хотя с люстры она не сильно кантуется. Не очень будет. Ну, такое, как бы так делают, но это больше в современном стиле. Угу. Наоборот, для того, чтобы избежать потолочного освещения, например, только в зоне душевой скрытой подсветки, тогда это имеет смысл. Если будет люстра, то она там не нужна. Угу, я понял. Я уже достал такие полоски на гриб. Думал, что можно гриб на всякий случай, чтобы сделать. А оно... сказал врач, что не надо. По мазку из носа берется какая-то там хрень. Засовывается бутылочку, чи какую-то эту жидкость, там жидкость капается вот сюда, и тут полоски есть, один вид гриппа и второй, вот там, где полоски появляются, как бы такой грипп и есть, в каком окошке, тут так интересно сделано, вот, лаборатория в кармане, лаборатория в кармане, то есть это у тебя быстрый способ диагностировать грипп, два штампа его. Вот, ну, пока не понадобился, но пусть будет, потому что, ребята, в аптеках практически вообще его нет. Их не сделали, их нету. Вот в интернете Коля заказал, там 6 штук где-то, пришлют еще и все. Нигде больше нету. Потому что так заболеешь, и тебя нихрена нема. Это план чертежей позабирал. Квартиры. Завтра уже приступает бригада к работе усиленной.